Всем привет, уважаемые подписчики! Этот выпуск посвящается небольшому событию у нас на канале 2000. И этого не произошло бы, если бы не вы, если бы не ваша поддержка, если бы не активность, комментарии и так далее. Потому что только благодаря вам мы держимся. Сами понимаете, что если бы на протяжении полгода не было бы никакого развития, это было бы крайне скучно, уныло, и, конечно же, никакого желания продолжать что-либо делать не возникало. Поэтому все только благодаря вам. Огромное спасибо за поддержку. Мы развиваемся, у нас будет все больше и больше интересных видео благодаря вам. О, дельфин. Не, дельфина мы трогать не будем. Мы не едим дельфинов, мы не такие. Выпуски мы стараемся делать более или менее как-то по графику, не всегда это получается, но более или менее выходит, так что примерно раз в 3-4 дня у нас ролик выходит, и я надеюсь, у нас будет продолжаться все в таком же духе, отчасти благодаря тому, что вы задаете вопросы, и на основе этих вопросов у нас есть идеи, есть о чем снимать, есть чем поделиться и так далее. Сегодня наткнулся на новость в интернете, что в китайском зоопарке сбежало около 80 крокодилов. Маленькие крокодилы, судя по всему, сиамцы, как там описывают. Большинство из них поймали, большую часть засунули обратно в ТР, но несколько так и не нашли. Конечно же, такие крокодилы не представляют опасности для человека. Судя по всему, они еще маленькие. В принципе, крокодил до метра для человека как таковой опасности не представляет. Особенно на открытом пространстве, когда крокодилу есть куда свалить, он не станет нападать. Это был мужик в стринках. Это было очень странно. Он не станет нападать, и, соответственно, никакой угрозы для жизни человека нету. Но это не важно, потому что есть угроза для жизни самих крокодилов. Как было сказано на самом сайте, это произошло, когда ТР переделывали. Когда переделывали бассейн, где сидел молодняк крокодилов. Ох ты, вот это да, это же кальмар. И в связи с этим у меня возник такой вот вопрос в голове, очень логичный вопрос. А, это, видимо, кальмары вместо дельфинов. Ну, значит, дельфинов тоже нельзя было съесть. Хотя мы бы не стали пытаться. Кто переделывает ТР, пока в нем сидят 80 крокодилов? Как это вообще возможно? Ну, то есть, это надо было разбирать террариум, пока там сидят 80 крокодилов, и как бы забить на то, что они там находятся, забить на то, что у них, скорее всего, нету в это время воды, потому что, ну, если его переделывать, значит, воду надо спустить. Я не знаю достоверность этой информации, потому что, как вы знаете, репортеры всегда все переврут, но если это правда, то это очень странные работники, потому что, ну, если ты даже собираешься почистить бассейн, там не оставляется крокодил для того, чтобы можно было зайти нормально, почистить, нормально все прибрать, и как бы, ну, он пересаживается в другое место. Даже у нас в зоопарке, в городском, насколько я знаю, крокодил перегоняется в другое место, все там чистится, моется, меняется вода, либо там чистится как-то, я не знаю, либо у них стоят фильтры, либо они периодически ее меняют. Это я не в курсе. Даже там он перегоняется в другое место и проводятся все необходимые манипуляции. Поэтому, честно говоря, я не удивлен, если это правда, если СМИ не врут, я не удивлен, что крокодилы сбежали. А вот то, что они находятся на улице, и, скорее всего, ну, крокодилы, вот это да, я плыву по песку, хотел бы такое увидеть. Скорее всего, оставшиеся крокодилы достаточно быстро погибнут, и это плохо. И это вина человека, не самих крокодилов. Поэтому, ну, если у вас есть зоопарк или крокодиловая ферма, в которой находятся крокодилы, я думаю, вы и без меня знаете, как нужно делать. Но все-таки не переделывайте террариум, пока там сидит 80 крокодилов. И уж тем более не позволяйте им сбежать на улицу, потому что
не столько жалко покусанных ног людей, которые наткнутся на этих крокодилов, сколько жизнь самих крокодилов. Ну, это плохо, они умрут. Скорее всего, они умрут. Ну и давайте посмотрим, во что же мы играем. Это крайне забавная вещь. Это симулятор крокодила. Дурацкая совершенно штука, но можно походить и поесть людей. Правда, я играю с компьютера, так как записываю просто в какую-то браузерную версию. На андроиде, если у вас достаточно мощный телефон, там намного больше функций, и есть возможность выбрать определенного крокодила, и есть возможность выходить на сушу. Вот, поэтому я оставлю ссылку, где скачать ее на андроид, оставлю ссылку, где в нее можно поиграть, именно на компьютере, и можете сами ее заценить. Для любителей крокодилов и, видимо, для нелюбителей людей это вообще идеальная вещь. Правда, здесь на компьютере, я думаю, можно найти другую версию. Конкретно эта, она достаточно скучная. Хотя, насколько я понял, в ней есть мультиплеер, можно поиграть с кем. Если хотите, можете оставлять комментарии. Если есть желание, мы с вами можем как-нибудь запилить небольшой стрим, в котором пообщаемся и поиграем в эту игрушку. Ну а пока ставьте лайк этому видео, этому простенькому видео, которое было посвящено, повторяюсь, событию, что у нас на канале 2000 человек. Это мало, но это уже достижение. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ссылка есть, конечно же, в описании к каждому нашему видео. И обязательно подписывайтесь на наш другой лайв-канал. Там всякий бред выходит. Редко, но я периодически до него добираюсь. Скоро, обещаю, там будет несколько дополнительных видосов. И вступайте в нашу группу ВКонтакте. И помните, если вы попали в ситуацию, как вот, например, вот этот вот мужик в трусах, который плывет от меня, и не ведите себя так же бесцеремонно, беспардонно, хотя бы попробуйте оглянуться, но если вы поняли, что вы оказались в этой ситуации и выхода у вас нету, то будьте смелыми, но оставайтесь целыми. То есть не вот так вот. С вами был Croc Chronicles, всем пока, всем до встречи. We'll be right back.